тянул, хотя на весь осмелил. Как раз. Затяни, Игорь, посмотри, твой размер. Твой сайз. Давай, подержи. Кофточку подержу. Ты все-таки хочешь, чтобы тебя кто-то рубанул, да? Кто? Меня? Мама. А, все. А я хотел подержать. Пиджак. Дай мне языком. Здравствуй, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Ты подарки на меня. Кинерон, нормально. Мама завтра с ним утро даст. Ничего не приготовлено, ничего не сделано. Шапки не сделаны. Папа, шапка под твоим айпадом сзади. У меня будет аллергия, блядь, на эту хуйню китайскую. Вы, блядь, заплатите. Аллергия. Не так, папа. Давай, водись, а. А где вторая свечка? Да, ну, иголку любую. Или значок какой-то. Олимпийский. Значок, где твой значок? Этот лучший. Семья этот. Ты имеешь в виду Федерация Украины? А, да, лучший экстренный. Дедушка, Дедушка Мороз. Как у вас настроение? Что, сынку, что ты там пыликаешь? Что будет в новом году? Что нас ждет? Гораз. Чтобы в новом году, желаю, чтобы не только хотелось. Подожди. Извини, немного, но? Тебя... исполнялось. Хотелось бы. И могло. Подожди, вот так. Денис, у тебя джинсы лучше. Русского нового года осталось... Надо таймер осталось... 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 21.52, то есть осталось 8 минут. Денис, а что мы не могли сейчас скачать на iPad? Ку-ку! Ку-ку! Так, вот он я, ваш покорный слуга, режиссер. Пис. Где время? Весь будущий год меня ждет в розовых где очках. Где здесь время? Сейчас со мной есть вот такой Дед Мороз и вот такая принцесса-королева. Где время, Денис? Где время? Вот, где время, Денис? Где время взять? Что большего здесь загрелось? А пока чего нет такого? Стоп. Подожди. Она должна это, поймать интернет, чтобы было время. Дорогие россияне, весь прошедший 2010 год прошел в очень сложной экономической и политической, а также погодных условиях. Не убирались улицы, очень много снега. А так, удачи, счастья, здоровья. В новом 2011 году будьте счастливы. Я вас люблю. Садитесь. Давайте я буду считать. 59, 59, 58, 57, 56, 55, 54. Считай, 51, 52. Почему? Минута. 51 минута, секунда. А я 59 начала. Она считает снизу, снизу. Последние 10, ты не успеешь, уже все. Все, 0-0. Короче, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дмитрий Медведев! Где вы? Где вы? А то ты стой, да? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте. И это, чтобы заставку сделаешь всем. Так, Игорь, разлей немножко, разлей. Да вот разлито давно. Где? Вот разлито все. Ожидай. С Новым годом! С Новым годом, дорогие наши товарищи. Большие соседи. Все. Большие многоуважаемые соседи. Так, ребята! Сколько? Эстонский Новый год! Ну еще тогда 59. Сейчас скоро будет. Я скажу, когда. 20. Нет, когда у меня перейдет, и тогда будем считать 9, 10. Нет. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Совпало. Эй, ура, ура. Сюда искали Хола Санта. Привет, Санта. Была. Хола Санта. Игорь, ему руки пошли. Руки им пошли. Так вы хотели, это была первая версия. Мой бокал. Нет, самое смешное, пойди, пошли, а папа Денис поснимает. Первая версия. Хола Санта, Хола. Давай. Бонан, Бонан Эстоне. Бонан дал. Хеа тут астат. Дай. Пошли, все, развали. Соня, привет, Соня. Чао. А меня? Кто-нибудь меня снимет, ребят, нет? Давай. 100 евро. Ночь. Опа! Бонан. Я тут астат. Минукали ты, брат. Подожди. Розовые очки. Санта. С Новым роком, мои любые громадяне и селяне. Бажаю вам усього найлучшого, щоб вам щастило у 2011 році. Чао, тутті. Я тут астат. Мукали ти, брат. Це улі вегеранське аста. Я мородене тус. Аста. Как слухати, як все істулі вель едукам. Тейле кигеле.
підпис партії КМУ. Открывай, да? Да-да, 0-0, открывай. Деньгам. Так, ну, вот, главное, это русский Новый год и эстонский. Вон они, пальмы, уже сейчас можно поймать. С Новым годом! С Новым годом! На улице мы. Все. Это самая вещь. Вот это испанцы морозки, пап. Посмотри на небо. У нас самое... у нас на самяре больше. Денис, испанцы самые лучшие солитеры в мире. И где? То, что на Минорке. Угу. На Ибице, по пятницам. Видишь, что там было? Я не вижу, папа, этого. Иди быстрее. Что Эстония Таллин культурный центр Европы. Супер, Карлес, поздравляю. Да, снимай, вон, снимай. Под пальму, под пальму. Давайте. Много не... Happy New Year, my friends. All the best. Давайте. Все, мы обнимаем, всем привет. In this, already in this new 2011. Подожди, там видно все, Денис, туда. С Нового года, мои дорогие. А вот он наш Санта-Клаус. Вот он пришел. Вот он. Hola, Санта. Пати, Ваня звонишь? Дай мне, пожалуйста, снимай. Эй, Санта! Спич! Держи! Спич! Спич! Ну ты че, надо, ты сказал, успокойся, все будет хорошо. Спич! In English! In English, please! For the London Olympics 2012! You're welcome! Welcome in Palma! Everybody! Не надо делать задержку дыхания! И вот они, мои дорогие, любимые родители. Тренеры. Дошел. И просто хорошие люди. Дошел до телефона! 4 часа утра. Глухой Санта на голову. Нет, айпад ему еще и анекдоты. Понимаю. Нет, анекдоты. Нет. CNN, представляешь, CNN просто нечего говорить. И сказали, что... Нет, CNN сказали, что вы там, в Владивостокском зоопарке этот шимпанзе родила первого питомца, страну Эстонию, которая как столица Европы. А третья новость, семья Карпаков, сидит под пальмами и просто отжигает. Отжигает на YouTube.